годах. Вот так начинается мой рабочий день. Я поехал на стройку. Вперед, вперед, труба зовет. Всем привет. Сегодня я еду, как всегда, куда меня пошлют, в хорошем смысле слова. Еду я на стройку, находится на другой части города. Ехать еще минут 20. Я приехал сейчас на стройку, и мне сказали, что там очень мало места, и, возможно, туда не заеду, потому что совсем, совсем узко, и нет места для, для полуприцепа. Посмотрим, сейчас схожу и посмотрю. Я пока здесь встал, постою. Пойду я пока на стройку, схожу, посмотрю. Вот мне надо будет сюда заехать. А уже одна машина пришла вперед меня. Короче, мне надо будет вот сюда заехать. Вот в этот заезд. Сейчас они убирают. Все. И они говорят, что сюда я не заеду. А вот сейчас мой коллега будет заезжать вот в этот заезд. Посмотрим, как у него получится, нет. Но он короче, чем у меня машина. По идее, он должен заехать. Водитель мне сказал, что типа можешь даже не пробовать, не заедешь. Ну посмотрим. Русские не сдаются. Видите, да, у него место есть как раз вот, чтобы вот. Вот, а у меня мне надо больше места, чтобы кабину вывернуть, чтобы вот здесь мне больше вот с левой стороны, чтобы было мне места побольше. Он-то коротенький, ему заехать можно. Он сейчас прижимается к правому бордюру. И он... Ну, в принципе, проезжает. Я ему помогаю немножко. Да. Что он проходит нормально. У него камера еще есть, но он все равно смотрит. У него, видите, автомат как работает, что он рывками идет. Коробка-автомат. Чувствуется так. Раз рывок пошел, нажимает газ, еще раз рывок идет. Ну, вы посмотрели заезд на стройку. Ну, я сейчас попробую заехать, конечно. Не даю гарантии, что я заеду. Потому что это частный участок. И если я что-то сломаю, то придется платить моей фирме. Есть два варианта. Или ты заезжаешь, или ты не заезжаешь. Третьего не дано. Ну что, попробуем мы заехать на эту стройку. Они мне сказали, что я не заеду. Я их попробую переубедить. То есть я должен заехать. Русские не сдаются. Это они пускай думают, что я не заеду. Я-то знаю, что я заеду. А если я знаю, что заеду, значит я заеду. Только вопрос стоит ребром, если мне, чтобы оттуда не вырвать весь этот, все эти камни под колесами, потому что у меня 40 тонн, а там
этот пластер, это по-русски как брусчатка, там камни уложены, получается асфальт, и вот эта площадка, куда заезжаю, она камнями уложена. Посмотрим, и я вот думаю, чтобы не переломать там ничего. Посмотрим, получится, нет, но я должен попробовать. Короче, смотрим и удивляемся вместе. Видели, да, у меня получилось заехать, хотя там сложностей больших не было. Сейчас у меня разгрузка у меня трубой. То есть самая такая моя нелюбимая стройка — это когда трубой разгружать. А видите, да, где арматура, там еще есть пленка специальная. Вот. Видите, пленка лежит. Я вам расскажу, для чего она нужна. Я немножко расскажу вам о стройке. Вы видели, я сейчас снял, да, на камеру, что там лежит пленка. Для чего пленка нужна? При заливке бетона, в бетоне очень много химии, воды. И когда пленка лежит, получается, вода, она быстро не уходит в грунт, а остается в бетоне. И чем дольше вода остается в бетоне, чем он крепче становится. Если вы пленку ложить не будете, то вода будет уходить в грунт, и бетон потеряет быстро воду. При потере воды бетон теряет свои качества, прочность теряет. Грубо говоря, у вас бетон ухудшится, если вы взяли по-русски B3, да, или как B400, при заливке бетона без пленки, то он у вас потом, когда окрепнет, станет как B100 или B200. Ну, я вот по вашим русским классам сейчас объясняю, как примерно это будет. То вы смотрите, при заливке бетона всегда используйте пленку, потому что это предохраняет от быстрой потери влаги. Даже когда летом заливают бетон, специально поливают сверху водой,
чтобы как можно больше воды было в бетоне, чтобы он не терял быстро воду. Вот это одна из причин, почему ложат пленку. Ну, вы видели, да, как мне пришлось заехать. Но я бы не сказал, что это было очень трудно. В принципе, раз заехал, значит, смог. Хотя мне сказали, что это для меня будет практически, туда я не заеду. Сильно мало места для полуприцепа. Русские не сдаются. Где немец не проедет, там русский пролетит. Я так скажу вам. Смотрите видео, пишите комментарии. Строек у меня много, много разных сюжетов будет. Буду снимать по мере возможности. Все зависит от моей камеры и от моей батареи, которая быстро садится. Камера старая, батарея тоже старая. Так что качество не очень, но снимаю как могу. Так что сразу извиняюсь за изображение, за качество и звук. Да, что делает с человеком почасовая зарплата? Если бы был бы у него... оклад бы, он бы давно машину поставил бы, ушел.